Можно разойтись. Добрый день. Вначале было, потом Данил. Скажите, что вы там делали внутри? Пил. Что? Пил. Вот купили? Нет. А что? Вино. Вино? Вы курите? Курили там внутри? Ну да. Вы понимаете, что вы опасности подвергли и свою жизнь? И товарища своего. Так а зачем вы так делали? Часто вы там проводите время? Конечно. Очень редко. И как долго вы там были? Ну, минут, наверное, не мог соврать. Сколько? Это не время мучиться. Ясно. Хорошо, спасибо. У него день рождения. Не надо. А он что? Пожалуйста, Сергей Иванович, скажите, да. Что вы делали там, в теплотрассе? Ну, вот как мои друзья, ну, мое день рождения было. Ну, налить надо было людям. Налил. И сколько человек у вас там было? Три. А где третий товарищ? А вот это я не знаю. Вот он упалил и все. То есть вы считаете, что это он поджег? Да. Вы там употребляли алкоголь? Естественно, я за свое день рождения наливал. Ясно. И как часто вы проводите время на теплотрассе? Я там никогда. Я живу дома. Так а почему вы решили сегодня именно там? Ну, с друзьями потому что здесь друзья мои. На теплотрассе именно? Ну, да. Мой друг со двора. В одном дворе прожили 28 лет. Он здесь сейчас. Ясно. Как часто вы употребляете алкоголь? Курите ли вы? Я? Да. Я курю. Алкоголь как часто употребляете? Часто. В пределах нормы. Ну сколько раз в неделю? В неделю? Да нет, такого нету. Я употребляю как положено. Все ясно. Спасибо.